открывай, не бойся. Ну что ты теперь, боишься того, что за подарок может быть от мужа? Ну, поаплодируйте, я буду так тихо, потому что он совсем маленький. Юр, сегодня который раз вижу, что она плачет от счастья. Я думаю, что это история про любовь. Его не создали такую любовь. Поаплодируйте, пожалуйста, яркому, доброму и светлому подарку. Ну что, отвлечу внимание всех наших уважаемых гостей на некоторое время охладить.